Великое подворье. Музей основали семья Тимошенко и семья Лупуцко. Спонсор — семья Лютога. Вот на Брянщине вот такое вот брянское подворье. В этом году открыли новый памятник валенкам. Русский валенок прошел от Москвы до Берлина и победил немецкий сапог. Посвящается русским валенкам. Вот такой вот памятник открыли новый. Здесь все под дерево сделано. Это мастерская гончарная, где дети занимаются. Это история валенок. Можно? Ну, идите, посмотрите. История русского валенка. О, какие эти. Когда мастер приедет? Кто? Когда мастер приедет? Какой мастер? О, валенки, принадлежащие маршалу Жукову. Видите, какие валенки? А это Панкову. А это валенки? Это цветные валенки. А это что за валенки? Я думала, что вас объяснять, Юля, что это не совсем так. Ну и ладно. Никогда валенки. А ты же смеешь, можно, да? Да ну, что ты смеешься? Продавать. Да. Потом вот с юга. Ты нашел колчудря, наверное, да? Вот придешь домой, почистишь память свою. Вот вышивка, что, чем бабушка тоже занимается. Да. Аленушка. Тоже мне вроде бы не очень много. Ничего тебе, яйцо, Матвей. Да. Какой самовар. Видите, какой самовар красивый. Ну, подойдет, значит, планета, да? Нет. Вот и сова. Сова, да нет. Сова, да нет. Надежда, ты поносила, может? Гостиный дом.